это следствие, а не причина. Все эти журналы, все это абсолютно, что там подсовывает подворник. Ну, подсовывает подворник и взял, бросил мусорное ведро, если оно тебе не надо. Никакой трагедии я в этом не вижу, в то, что подсовывают подворники. Мне кажется, нашим депутатам не черта делать, вот они такой вот законотворческой деятельностью действуют. Пусть они обяжут в каждом селе дом культуры открыть. Да еще, чтобы в доме культуры рояль Стенвей был, как в Китае. В каждом маленьком городе музыкальная школа и в каждом классе рояль Стенвей. Вот вы не поверите, но это так. Полностью оборудованные дома культуры. И в каждом доме культуры обязательно педагоги, которые работают вот с этим маленьким городом. У нас это было, но сейчас этого нет. Так вот, что это могут законодатели? Вот законодательно постановить, что в каждом селе должен быть дом культуры, в каждом селе должна быть школа, в каждом селе должен быть нормальный магазин и библиотека. А запрещать журналы, забывая вот про то, о чем я сейчас сказал, это лицемерие. Самое настоящее оголтелое, вонючее лицемерие. Поэтому оно же проще, да? Сюда запрет, здесь запрет, здесь запрет, здесь запрет. Везде заборы наставили, сидят как собаки в будке и довольные. Мы поработали. Да ни черта вы не поработали. Сожрали народные деньги. Вот и все. Вот разогнать каждый депутат, сколько обходится народу? Сколько библиотек можно было бы открыть на эти деньги? Сколько клубов можно было бы открыть на эти деньги? Не делается? Не делается. Почему не делается? Себя любимых жалко. И будем лицемерить, и будем кричать. Мы за нравственность, мы за то, мы за все. Мы за пятое, мы за десятое. Сделайте, стимулируйте таким образом, чтобы педагоги, мужчины пошли в школу. Чтобы не только женщины преподавали там, но и мужчины преподавали. Значит, у них должна быть и зарплата, и стимулы, которые позволяют им работать. Все начинается со школы. Музыкальных школ сейчас все закрываются, все библиотеки закрываются, дома культуры закрываются. Где очаги культуры? Остается один очаг культуры – винный магазин. Вот в селе там водку продают, и молодежь вот с маленького возраста уже там крутится. Вокруг дядек, которые пьют водку. Чему они могут научиться? Веселой лексике, ненормативной. Вот и все.